Сорбифер друлез может привести к возникновению оксидативного стресса у беременных. Ох, как я люблю такие слова. Цитокиновый шторм, оксидативный стресс. Понимаете, в медицине принято давать какие-то очень громкие, звучные имена, совершенно не рассказывая, что же за этим стоит. На самом деле все это абсолютная чушь обычно. И когда начинается разговор на таком уровне, у меня вянут уши, и я предлагаю всем просто не слушать таких вещей. Никаких отрицательных явлений от сорбифера дурулеза ни у беременных, ни у пожилых, ни у кормящих, ни у их детей не бывает. Ну, не бывает, ну, поверьте мне, никаких доказательств тому, что это как-то плохо влияет, не существует.